Ой-ой-ой-ой. Вот сейчас опять какой-то паренек, он невидимый. Всем салют, подписчики, с вами, как обычно, Паша Клэнс, это Stand Off 2. Решил я вернуться в матчмейкинг и в кейсики, соответственно, тоже. С вас лайкосики, подписочка, также подписочка на Инстаграм, если не затруднит, так сказать. Ну, а я лечу в соревновательный режим, опять же, зон 9. И все, чё, я уже сказал, что там с вас, а с меня контентик, ну еще спонсор сейчас будет. Forcedrop.top, именно здесь я открываю кейсики уже супер приличное количество времени, иногда еще и на стримах. Откроем 3 случайных тайных, я даже не буду смотреть, что здесь выпало, и тупо сразу же в контракт. У меня, кстати, 6-го раза что-то осталось. Это у нас замечательный акусик Пустынный Повстанец. Вот есть другой акусик, более крутой. 42% шанс, ну как бы не 100%, но тем не менее, как видите, все получилось. Я, если что, то ссылочка есть, и сами знаете где. А если вы будете вводить еще и мой промокодик при пополнении, то он вам даст 30% к пополнению. Ссылочка в описании. Я только зашел, и уже здесь вот это. Вот это вот. Оказывается, что читерня, так сказать, никуда не делась. А ведь я не заходил буквально совсем чуть. Вот у него жопка подгорает, так сказать. Может, нормально отыграем, так сказать. Ой-ой-ой-ой. Sonic X пробежал. Боже мой, неужели читеры вернулись? Я вот, знаете, это событие такое, когда, видимо, времени-то дофига. И можно делать все, что угодно. Да. Ужас, что могу сказать. Спасибо, Stand Off, за классный античит. Ну, так сказать, может, нормально отыграем. Окей. Ну, а второй что? Да, мне 3... подряд катки софты попадаются, так что пошел я нахуй. Ну ладно, пойду. Че еще тут делать? Ну что же, вторая катка вроде как не такая неприятная будет. Я точно сказать вообще не знаю, что будет сейчас, потому что, ну, признаков софта я не обнаружил, так сказать, на первых порах. Может быть, все-таки софт какой-то будет, но я хз. Ладно, смотрим. Смотрим, 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 что же из этого всего получится. Вот, кстати, анимация удара с ножа. А то многие из вас говорили, так сказать, что ее не видели. Ну, типа я ее вам не показал, теперь вы ее увидели. Ладно. Не, дядь, не-не-не. Я же тебя слышу прекрасно, ты зачем ко мне с ножом побежал? А чё, нас двое осталось? Не-не, давайте, пока. Не получилось, не фартануло. Надо было брать P350, наверное, на эту игру. Здорово, молодой! У меня денег 300, их всего 3 человека осталось, двое вышло. В прошлой катке все было наоборот, но там были софтеры, как бы. У нас вроде как софтеров я не вижу. Я вроде как сам не софтер. Здорово. Так, ну, замечательно. Мне кажется, что это будет быстрая достаточно катка. То есть, вот вы понимаете, да? С одной стороны софтеры, с другой стороны мы видим, что ребята выходят из противоположной команды, потому что мы их вроде как дергаем. Я все еще под очень большим вопросом касаемо того, почему бы не сделать так. Вот, чел уже пишет, сдайтесь. Тогда у меня ролик будет длиться 6 минут. Вот. Вы знаете, из-за софтеров не очень мне хочется открывать те же самые кейсы, но я понимаю, что вы хотите, чтобы кейсы, так сказать, были на канале, и с этим особо-то ничего и не сделаешь, ну, типа, софтом, так сказать, потому что ребята особо не хотят что-либо исправлять в этом плане, что довольно-таки себе печально, так сказать. Ну, а что еще сделать? Ой, так, это свои. Много уважаемые разрабы стендов-а. Как так вышло, что очень много софтеров в вашей игре? Почему? Почему так, блин? Вот сейчас опять какой-то паренек, он невидимый. Его не видно. Его просто не видно. Скорее всего, он под картой или что-то типа того. Ну или нет, я просто не понимаю. Он был на радаре, ну, скорее всего, он был ниже, окей, или там что-то типа того. Я его вижу на радаре, я по нему стреляю, как бы, какие, что называется, вопросы. Обновляю броню, как обычно, хотя в меня особо не попали, так сказать. Так, ладно, летим, давайте, ребята. Так, вот это вот сюда. И я опять бегу на сектор Б. Летим, так сказать. Не знаю, хорошая ли выйдет катка, еще что-то. По крайней мере, хотя бы не проседает FPS, это уже неплохо, так сказать. Так, давайте я вот так вот обойду немножечко. Слышу одного. Он в планте, наверное, да? Нет, в планте никого нет.
А, все. Ну, понятное дело, потому что их меньше, как бы, и чисто такой вот момент. По сути, стендов мне сейчас возвращает предыдущую читерскую катку, где мы, естественно, сдались. А что еще-то, собственно говоря, делать? То я вот другого не особо могу понять. Зачем ребята выходят? Вы же видите, что вроде как адекватная катка. Ну да, ну как бы не получается убивать еще что-то. Ну пробуйте, почему бы нет? Зачем выходить-то сразу? Вам уже наши пишут, сдайтесь. Они не сдаются до последнего просто-напросто. Я не особо вот этих вот мувов понимаю, так сказать. Ну, неплохо, кстати, хороший преф. Я по нему не попал. Как тут регистрируется попадание? Это просто ужасно, типа, эхо за... Так, ладно, давайте, ребята, тащите, так сказать. Я в вас верю, вы молодцы. Так, у Кристова 3-2-2. Я так понимаю, что... Нет, это не Кристов, это Холод 913 у нас убил... Собственно говоря, противника. Ну и все. Противников больше нету. Ноджик такой у этого, ноджик. Не особо понятно какой. Ну ладно, мне в принципе все равно какой у кого ножик. Так, ну что, я возьму акусик. Возьму вот это вот дело и вот это вот дело. И все, и мы летим. Блин, я конечно хотел это самое. Взять гранату в руки, но видимо не возьму я ее особо в руки, так сказать. Ну да и фиг с ней, как говорится. Вот мы с бомбой бежим. Здесь скорее всего на дефолтной позиции выйдет челопудрик. Там уже, кстати, кто-то вроде как попытался выйти. Я обойду. Не знаю, хорошая ли эта идея. Вот мы сейчас как раз это и узнаем. Хотя здесь особо никого и нету. Мы уже ставим бомбу и уже выигрываем раунд, соответственно. И софтеров вроде как в нашей команде нету, но я не могу этого утверждать по той причине, что софтеры теперь есть везде, мне кажется, абсолютно. И чисто такой вот момент. Ну, кейсики я все-таки тоже открою, потому что вы же ждете кейсы, как бы, какие вопросы. Ладно, летим, что называется. Я, кстати, читал ваши комментарии касаемо керамбит голда, что вы не особо хотите, чтобы я сливал весь инвентарь ради этого ножа. Но я еще подумаю над вот этим вот всем делом, пока что еще не особо знаю. Серьезно, вообще никого. Так-так, где ласт? Ласт здесь. Ай... Ну, собственно говоря, да, как-то вот так вот. Адекватного матчмейкинга так и не завезли, хотя игре, если я не ошибаюсь, около 2 лет, по-моему, да? И отсюда вопрос, где адекватный матчмейкинг? 2 против 5 идите в жопу. Да прикол-то в том, что, дядя, не мы виноваты, что вас двое, а твои тиммейты виноваты, потому что они просто-напросто взяли и вышли. Ну, ему уже это пишут, типа, да это изи, чел, типа. Вообще... Я бы на их месте просто-напросто сдался и все, потому что других вариантов уже просто-напросто нету. ХЕшечка прилетает. О, услышал. И информацию, что называется, принял. Боже, как я его не убил, интересно. Минус 99, это как вообще? Ладно, хорошо. Хотя бы так, что называется. Блин, неполноценная катка. Вот это я считаю неполноценной каткой, потому что, ну, камон, ну что это такое? Ну, серьезно, их двое, нас пятеро. Нас просто пятеро. И, конечно же, я почти что на первом месте в нашей команде. Как команды, хотя Холод как бы меня опережает, так сказать. Так, ладно, я возьму по набор сапера, гранатку вот эту вот, и все. И мы летим, что называется. Холод им пишет, сдайтесь. Но они не сдаются, они не хотят сдаваться. Так, я понял. Я так понимаю, что меня никто не подсадит или все-таки подсадят? Нет, все-таки что-то... О, здорово, мужики. Здорово, мужики. Ага, и вон там вот второй. Как я себе ногу не сломал с такой высоты? Мы просто на него бежим всей стаей, боже мой. Какая жесть. Мне кажется, что это Б все-таки, он попытается заплантить. А нет, это не Б. Он где-то вообще в другой стороне находится. Где-то вот здесь, на длине, походу. И он передвигается, да. Я вижу по радару, что он передвигается. Здорово. Я его встретил. Окей. 99 хп. Кто-то мне 1 хп отнял. Как вообще это было? Ой. А, вроде как граната прилетела. Причем не супер удачным, скажем так, способом. Он ли книф, пишут. Да пожалуйста, без проблем. Я как бы могу. Но они скрысят. Я уверен, что они скрысят. И он ли книфа не будет. Там гранатки уже выкидываются. Там еще что-то. Давайте, ребята. Оп, оп. Книф, значит, книф. Я человек честный, так сказать. О, я понял. О, опять понял.
А, классный книф. Классно, классно. О. О, да ты что, я почти что попал по нему ножом. Ну и это наша катка. Я иду на кейсике. Что по званиям, мне вот интересно. Софтеры есть, а звания... Ну, звания как бы... одинаковые, плюс-минус, окей. Я самое большое звание, и при этом я на втором месте, а не на первом. Кейсики откроем. Ну что же, кейсики у нас здесь, да? Я, собственно говоря, вложил сюда 2000 рублей на 3000 голды. Купил 10 кейсов, фейбл кейсов. То есть мне здесь нравится эмочка самурай и ножики. Ножики здесь достаточно прикольные, особенно есть Butterfly Legacy, которая вполне таки себе может выпасть, но из первого нам падает дигл. Так, ладно, открываем следующий кейсик, и что же мы здесь уже видим? Ножик, конечно же, пролетает, и опять падает Deagle Ace, но уже не статрековский, я все понял. То есть из первого статрековский, из второго не особо. Летим дальше. А, пролетает мой любимый нож, конечно же, который я бы хотел выбить отсюда в будущем, не знаю. Вот этот вот золотой ножик просто, может быть, к нему будет какая-то дорога, я не знаю. Вот, летим. Летим и смотрим, самурай пролетает, все пролетает, и падают письки. Письки падают, это великолепно просто, писос мне падает. Я все понял, все прекрасно, почти что, но на самом деле нет. Я не особо понимаю, почему вот так вот здесь все с этими кейсами обстоит. Ну, блин, понимаю, что разрабам нужно окупаться, поэтому они ничего не дают, так сказать. Вот, никаких даже ложных надежд, не ложных, там вообще ничего такого. Я сделаю крафтик, эмочка классная выпала. Так, а тут что? Ну, у меня тут очень... приличное количество розовых пушек, так сказать. Ладно, летим дальше. Летим дальше и смотрим. Так, и что же на этот раз мне выпадет? Это опять письки. Блин. Разрабы, спасибо, конечно, за письки, но они мне не особо нужны. У меня уже есть. Вы видели, я из них контракт делал. Ладно, так. Из следующего кейса уже падает опять Deagle Ace. То есть 10 кейсов, видимо, здесь покупать очень сомнительное удовольствие, так сказать. Вот, потому что не окупаешься с них обычно, я все понял. Так, из следующего кейса падает Cyber, М110 Cyber, с которой я даже не бегаю. Вот, сомнительное удовольствие, так сказать. Так, из предпоследнего кейса блин, почти что. Ну как, совсем не почти что. Он просто, ну, типа пролетел и все. Просто пролетел и все. Классно, что я могу сказать. Так, и из последнего кейса мне падает, конечно же, тактика. Ну, я все понял. С вами был Паша Клейнс. Подписывайтесь, ставьте свои лайкосы. Огромное спасибо спонсорам, которые есть на моем канале. Вы их прямо сейчас видите на экране. Вы тоже можете стать спонсором, если хотите. Вы тоже будете на экране. С вами был Паша Клейнс. Подписывайтесь, ставьте лайки. FD. Пока.